Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции совместно с представителями общественной организации Союза безопасности дорожного движения провели единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья. Безопасные дороги» в одном из детских садов города Одинцово. Автоинспекторы напомнили детям о правилах поведения на улице, провели викторину и тематический конкурс рисунков на асфальте. По завершению мероприятия все ребята получили сладкие призы.